Сегодня многие кинокритики пророчат большое будущее юной актрисе Ефросинии Мельник. Она известна по таким проектам, как «Шоу талантов», после которого Ефросинию и узнала широкая общественность и многих поклонников. Юного дарования интересует не только ее жизнь, но и чем же занимаются родители харизматичной звезды. Ефросинья Мельник родилась 22 августа 2013 года в Киеве, где папа Виктор работал массажистом, а мама Татьяна – бухгалтером. Весь свой декретный отпуск мама уделяла девочке все свое время и внимание, а после выхода на работу больше времени с подружкой и малышкой стал проводить папа. С самого раннего возраста родители прививали наследнице любовь к книгам и чтению. Уже в 3 года Ефросинья вполне достойно декламировала стихотворение, чем родители были очень горды еще раньше этого времени. Мама и папа отвели девочку на лед, где научили кататься на коньках. Именно с того времени Ефросинья и занялась фигурным катанием. Родители девочки отмечают, что во время съемок Ефросинья становится серьезной и сосредоточенной актрисой, а не обычным ребенком. Она уже засветилась в таких проектах, как «Подкидыш». Ничто не случается дважды. На самой грани. Следуй в прошлое. Все равно тебя дождусь. Черно-белая любовь. Плену у прошлого. Рысь. Мой любимый друг. Несмотря ни на что. Сестры. И многих других. Ей нравится сниматься в кино, поэтому девочка мечтает в будущем продолжить это дело и стать профессиональной актрисой. Родители во всем готовы поддержать свою. Пока что единственную наследницу. Их очень радует успех и достижения любимой дочери, ради счастья которой они готовы на все. Стоит отметить, что внешне девочка больше похожа на маму, нежели на папу. На сегодняшний день фильмография Ефросиньи достаточно большая. Для ее возраста она насчитывает более 30 работ. А помимо этого, девочка еще довольно успешно ведет детские передачи. Ефросинья активный пользователь соцсетей. Она публикует фотографии со съемок, отдыха и репетиции. Нередко на ее странице в Инстаграме появляются посты со щенками, которые ищут новых хозяев. Несмотря на всеобщую любовь, артистка уверенно заявляет, что у нее нет и никогда не будет звездной болезни. Сейчас Ефросинья продолжает углубляться в творческую среду. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.